После окончания L&M-шоу Рустем Абдрашев покинул проект. Он начал заниматься кино. Ну, а бразды правления он передал в мои руки, и я к тому времени уже научился у него снимать передачу, монтировать, и уже был ведущим. Я потихонечку вел передачу «Хай-фай фронт», начиная с рубрики «Хи-хи, хай-фай». Здравствуйте, товарищи! Мы начинаем новую программу, которая называется «Умные пальцы». В этой программе мы будем давать вам полезные советы, которые необходимы в быту. И дадим попробовать пациенту. Вот в прошлой передаче мы вам рассказывали, как сделать клизму. И вот сейчас мы тоже получили одно письмо. Также начинал свою карьеру ведущего в ночном клубе «Майтаун». Проводил там конкурсы. Кстати, это Марк. Он приехал из Соединенных Штатов и тогда работал на Танербергена в программе XTV «Луноход» на 31-м канале. А я продолжал работать на телеканале «Хабар» в программе «Хай-фай фронт». Во всем мире люди предпочитают жевать на свай. И мы решили спросить, почему? Потому что, когда на свай я засовываю себе под нижнюю губу, я ощущаю такой кислотно-щелочной баланс, что от этого у меня начинают шевелиться уши, и я чувствую, как у меня двигается задняя часть тела. И вообще, это классно на свай. Она очень классная на вкус и на ощупь языка. Особенно. Тут такой долгий, устойчивый вкус. И там не 50, а 500 миль непрерывного жевания. Ну, вообще, на свай, он очень такой приятный, и вкус у него такой хороший. И вообще, я бы всем порекомендовал именно пользоваться только на свай. О, это такая вещь, когда ее жуешь, это непрерывающее такое впечатление. Какой кайф от этого, я просто не могу. Когда слабость идет по телу, это просто тело слабеет, отдыхает, и все тело прям бесится. А как это, кстати, на свай, только с музыкой. Кстати, какая музыка это на свай? Он обладает таким вкусом, который не обладает остальные другие жвачки. Вот у меня есть немного на свай. Ага, ну покажи. Теперь я бодрый вещи. К лету 1998 года мы сняли клип на песню «You Were Asking Me». Это была последняя совместная работа с группой Fridays, потому что к тому времени у нас назрели очень серьезные разногласия, и спустя какое-то время я покинул группу, а еще через 2 месяца женился. Травматизм повышается.